Пару слов про аксессуары для сна. Это подушки. За 4 подушки от компании Bitrace. Значит, первая подушка – это подушка для путешествий. Подушка на шею. Называется Air, модель Bitrace Air. Вот 90 грамм, 95 грамм всего весит. Вот, и складывается вот в такой вот компактный мешочек. Эта, наверное, подушка будет удобна для использования ее в транспорте. То есть, для, если вы летаете на самолете, если вы ездите там, спите куда-то на дальняк в автомобиле. То есть, это такой формат подушки, который одевается на шею. Очень, ну, такой достаточно удобный. Вот. Она обычная, надувающаяся. То есть, там нету внутри никаких наполнителей. За счет этого она вот так компактно складывается. Вот следующая, значит, моделька. Вот такая вот подушка. Это уже подушка самонадувающаяся. Называется Elastic компании Bitrace. 400 грамм она весит. Соответственно, раз она самонадувающаяся, то внутри у нее есть такой наполнитель. Вот наполнитель, то есть она надувается. И плюс у нее вот это вот, типа поролона, что-то там такое внутри лежит. То есть она уже более объемная в сложенном виде. Ну, занимает вот столько места. Будет очень удобно использовать ее вместе там, со спальником в палатке, где-то на природе. То есть, если вы все-таки спите с подушкой, вас не устраивает там подкладывать какие-то куртки, вещи под голову, то вот такая подушка доставит вам достаточно комфортный сон. Вот я, кстати, сам, да, раньше всегда ездил, подкладывал, что попало. Сейчас я взял самонадувающуюся подушку от компании Bitrace. Теперь мы ездим всегда с подушками, и это очень удобно, честно скажу. Вот. Значит, вот такая вот подушка следующая. Это компания тоже Bitrace. Выглядит очень круто. И такая она, если это как выглядит как обычная подушка, это выглядит как такая ортопедическая подушка более правильной формы. Значит, модель называется подушка Bitrace дорожная, Air. Тоже Air, да? Странно, конечно, Bitrace Air, подушка Air. 200 грамм она весит. Вот у нее... у нее тоже, кстати, нету внутри ничего. Она не самонадувающаяся. То есть ее надо надувать через вот этот клапан. То есть у нее такой специальный вырез. Ну, то есть я считаю, что вот эта подушка такая одна из самых удобных.